И всем привет, дорогие друзья, с вами Витёк. Сегодня мы продолжаем проходить игру Death Stranding. Это у нас 5-я серия после кошмара. Поехали смотреть, что там после кошмара. Давайте. А, мы просто в комнате были. Ну, наверное, этот самовлюбленный дед уже решил головоломку. Наверное, или нет. Вы сумели разгадать головоломку? Мне с ней справиться не удалось. Ха! Я только взгляд на нее бросил и сразу решил. Она простецкая. Хотя что уж тут, для меня все в жизни просто. На, возьми ее и впечатлись. Так, сейчас мы отнесем, наверное, тем. А, нет, не та комната. Вот сюда надо. 24. Привет, привет. Вот, держи. Я решился. Здравствуйте, а я головоломку решил. Вы, наверное, хотите, чтобы я ее вернул? Что, правда решил? Что-то я не уверен. Забудь в этот раз про свою идиотскую гордость. Да, любимая, хорошо. О, короче, все. Потерялся мужик. Ладно. Показывай. 4-й. Слева. Круг и треугольник. Дорогое, время пришло. Время чего? Игры в карты. Думаю, ты можешь к нам присоединиться. Конечно, он может к нам присоединиться, он тебе помог. Ну что, идем играть в карты? Очень добрые люди, конечно. Ну что ж. Итак, правила просты. Победитель сможет уйти. Сыграем же в карты. Игра. Ну что, как настрой? Интересно, мистер Блэквелл снова выиграет? Я бы не рассчитывал. Вас ждет сюрприз. Думаю, сегодня мне повезет. Тут нужна не удача, а мастерство. И потому исход может быть лишь один. Вы слишком самоуверенный, мистер Блэквелл. Не можете же вы всегда выигрывать. Время покажет, мадам. Опять 25. Может, хватит уже ссориться? Да победить сильнейший. Нет. Он постоянно выигрывает, и я-то крайне подозрительный. Тут ты прав, дорогой. Но мы готовы. Давайте начнем уже игру. Что ж, раскрывайте карты. Пиковая дама. Десятка червей. Трефовый валет. Десятка пик. Бубновый король. Новенький побеждает. Мистеру Блэквеллу нужен туз для победы. Он его ни за что не вытянет. О, дурачье. Спорим? Что это за... Мистер Блэквелл? Так и знал. Он мухлюет. Нет, я просто... Ах ты проныр. Вы не понимаете. Я так близок. Вы не справитесь. Заткнись. Успокойтесь, пожалуйста. Дорогой, ты знаешь, что делать. Да, знаю. Стоп, что? Погодите. Йоу. Что это было сейчас? Почему? Кто это курит? Что говорится? Взяли, просто убили чувака. Ну, не просто, конечно. Но потом кто-то курит. Какое-то кино. Триллер или ужас. Что происходит? Это пипец. Что за хрень сейчас произошло? Нельзя останавливаться. Вот так, за дверь.
Где диван? Исчез диван. Ну, это нормально. Так. Ух ты. Прикольно сделали там это. Задний фон двигается. А, может это типа следующий коридор какой-то? Изучить. Это что, головоломка? Телевизор просто как включить. Пульт надо найти. С каких пор телевизор головоломка? Так, изучить. Верстак для нарезания пленки. Хорошо. А у меня что-то есть вообще? Ничего нет. Блин, а сколько я могу заходить? Сколько тут комнат? Алый взор, часть третья. Там же была стрелка влево, нет? Изучить. Что это за устройство? Интересно, изучили. Сейчас, секунду. О, ну ладно, давай. А-а-а, прикольно. Наверное. Давай сохранимся. Я сохранил игру, что бы это ни значило. А, вот как. Старенький кинопроект. Только вот бобины нет. Бобины. Короче. Я не выспался. Так, мне надо что-то найти. Скорее всего, где-то из... Или не здесь. Странно. Мне нужно найти пленку. Вставлю вилку и посмотрю, что будет. О, интересно. Ох. Спасибо. Часы. Короче, это какая-то подсказка, да? Надо найти часы. Наверное. Не факт. А это что, это не часы? Нет, это не часы. Так. О, привет. Самый добрый персонаж в игре. Так. Как ты себя чувствуешь? Сбитым с толку. Что происходит, разум? Ты на правильном пути. Вот ни черта в этом не уверен. Но восстановление дается лишь маленьким шажками. Ты должен все по-настоящему понять. Ведь значение не равняется пониманию. А некоторые вещи можно понять лишь найдя себя. Найдя надежду. Понял, найду надежду. И все мои проблемы решены. Нет нужды в сарказме. Ничто не бывает настолько просто. Но это ты и без меня знаешь. Прости, мне просто сложно все это переварить. А тебе пока и не нужно. Продолжай свой путь, и все поймешь. Рано или поздно. Спасибо за поддержку, разум. Будь сильным. О, это пленка. Подниму ее наверняка ведь понадобится. Ведь со стен падают только полезные вещи. Видели, там монстр был? Вот здесь проходил. Страх. А это, наверное, верстак для нарезания пленки. Хочу его опробовать. С
смысле? Как это работает? А, и все? Так, где-то была... Да, вот. Нет картинки, видимо, чего-то не хватает. Чего не хватает? Чего тебе не хватает? А это что? Интересно, облезь. Прикольно. Здорово. Так, это у меня убираем. Привет. Здрасте, здрасте, как ваши дела, сэр? Да вроде неплохо. А ты кто такой? Эй, да я, это же я, утешение. Утешение? Что же можешь мне предложить? О, сегодня я предложу вам бутылочку отменного скотча. Но залпом не пейте. Его надо смаковать. Что ж, ничего не имею против хорошего скотча. Только вот последний раз, когда я его пил, дело плохо кончилось. Эй, ну я же должен вас утешить. Кофе помогать перестал, поэтому вам понадобится кое-что покрепче. То есть виски. Ну чё? Ну, давайте выпьем. Вам сразу полегчает. Эй, что не так? Не думаю, что это сейчас поможет. Но я должен вас утешить. Выпейте хоть чуть-чуть. Нет, спасибо, мне и так хорошо. Эй, ну хоть глоточек. Ну, нафиг. Ну и хрень. Ой, а что это? А это что? Кровище. А что, застрелился? А зачем мне... А! Наверное... Не знаю, донышко бутылки кино... этой... кинокамеры вот этой подойдет? Кинопроектор. Нет картинки, видимо, чего-то не хватает. Кто бы мог подумать? Донышко от бутылки виски работает как линза. И что теперь? Предмет. Подожди, а зачем мне? Может, типа я сейчас уйду, а потом вернусь обратно и там что-то появится. Странно. Оп. Может мне как-то поймать. Часы, ракета, все еще за. Здесь что? Здесь уже. Меня чуть-чуть запутали. Здесь точно ничего нет?
ресторан. Так, сохранимся на всякий случай. Может, в тень надо? Кстати, музыки нет вообще. Так, и что, мне эта бобина еще пригодится? Как где? Меняя прошлое. Подожди. Еще раз. Что, типа, сейчас мы пойдем. Все, я подогнал. Сначала часы, да? А, нет, сейчас сначала посмотрим. Так, начинается. Люди, часы. Ракета. Все, понял. Так. А как их в правильном порядке расставить? А, все. Это сюда. Часы на первое место. Вроде вот так надо. Все, теперь идем к этой кино. Блин, что за слово? Блин, что происходит? Ни хрена не соображаю. Подожди. Сейчас еще раз. Кинопроект. Что сложное? Кинопроект. Все, вставим. Ну вот. Правильно, в порядке. Мне нужен какой-то другой порядок. Типа в обратном порядке. Кинопроект. О, походу да. Или нет? Блин, заколебал, что не так, я не понимаю. Странно. Текс. Это в конце, это в начале.
что это за... Кровище какое-то. Может так? Наверное, так. Одно изображение, там непонятно, что у него. Все в крови. Так, ну теперь это должно сработать. Е-е-е. Наконец-то. Вау! Так, мы можем войти в эту дверь. А мы войдем в нее в следующей серии, потому что уже пора заканчивать. Ролик 20 минут. Что ж, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и скорее смотрите другие ролики. Кстати, у меня есть еще плейлист по первой части Death Stranding, поэтому, если вы хотите, можете посмотреть. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.